Друзья, всем привет! Сегодня будем поить теленка. У нас 2 дня назад отелилась малинка, я вам уже рассказывала. Посмотрите, какую прекрасную девочку она нам принесла. Такую малышечку. Сейчас будем ее поить. Хорошая, хорошая. Смотрите. Проголодалась, сейчас будем ее кормить. На самом деле, мы хотели ее приучить, как и всех других телят, есть с ведра пить. То есть берете вот так вот пальцы, она их облизывает и постепенно окунаете их в молоко и тем самым приучаете пить теленка молоко. Но почему-то вот за 23 года у нас такая особенная телочка, которая пока что не поддается обучению, поэтому сейчас будем пробовать ее поить соски. Вот. И посмотрим, что получится из этого. Так, подготовили 3-литровую банку молочка для нее. Вот только подоили малинку. Сейчас будем поить. Так, давай, подруга, давай. Ой, она мне уже копку. Подожди. Так. Ты кушай. Нельзя так. Подожди. Подожди. Иди, вот. Тихо, тихо, тихо. Ой. Видите? Тихо, тихо. И вот с банки она достаточно хорошо пьет. С банки достаточно хорошо пьет, а вот с ведра мы вообще не можем приучить. Оп. Подожди. Иди ко мне. Он, смотри, выйдет. Иди сюда. Она тебе... Вот оно. Тихо, тихо, тихо. Проголодалась она у нас за сегодня. Кстати, имя, кто спрашивал, мы еще не придумали ей. Да, и в принципе мы придумывать не будем. У нас 4 коровы, вот, и нам пока что этого достаточно. Поэтому телят, которых они телят, мы себе не оставляем. Только вот вишенку оставляли, это у нас достаточно молоденькая корова. Она тоже вот в этом году первый раз отелилась другим теленком. Я вам его тоже обязательно покажу. Вот. Смотрите, уже почти банку высадила 3-литровую. Ну ты моя умница. Поэтому имена мы им не даем, как только продадим, чтобы новый хозяин... Тихо! Новый хозяин сам придумал имя. Видите, как жадно пьет. Да ты моя зайка, проголодалась. Ты кушать хочешь. Ай, уже не знаю, ты руку. Видите, как чмавкает аппетитно. Ей 3-й день от роду. Давай, давай. Вот так вот мы поим утро, в обед, вечером. По такой баночке она выпивает молока. Корова ходит в стадо, но она в обед приходит. Вот мы ее подоим для теленка, и свежее парное молочко, оно еще пока что называется молозиво, специальное молоко для теленка. Давай, там уже почти ничего не осталось. Допивай. Вот и все, считанные минуты, банка опустошена, теленок наелся. Спасибо за просмотр.